В синий угол татами вызывается боец по прозвищу Малай Александров Владимир. Каков вообще твой настрой на бой? Чего ждешь от боя следующего? Я не знаю, чем побить следующего боя. Понятно. Напомню, дорогие друзья, что предыдущий свой бой во все спорта Рамазана 31 июня Владимир очень и очень долго бился в бою, проявлял чудеса, выносливости, мужества и силы. Посмотрим, что он покажет нам в этом бою. Ну а сейчас красный угол татами, я приглашаю его оппонента. Зовут его просто Елькин Иван. Приветствуем бойца! Хорошо, занимал. Снимал.
российских детей. Во втором раунде сегодняшнего турнира победу одержал Александр Владимир, победивший Малайс. Что ж, благодарим Владимира за прекрасный бой, который решающий, который нам дает.